трындець був повний. Класна гречка була. Ну, все нормально було. І заголосували як надо. До людей ставилися як до худоби. Гречку роздавали наліво та направо. Концертики там були, так, да, виходить? Корбан, да. Корбан не тільки гречку роздавав, а він там за ЗАГСом. Там. Угу. Так там і їсти варили, і гречку роздавали, там, і, ну і сахар, і все на світі. У мене внучка ходила в садик возле нашого дому, я ходила її забирати. И он туда часто привозил там всякие детям, знаете, смаколики, да. Угу. Я так подумала, что, наверное, хороший человек. И брала гречку? Брали. У меня бывшая жена с СМТ. Она такого никогда в жизни не видела. Я плохо хожу, так я туда не хожу. Знаешь, что ничего не поменяешь, все за нас решается. Нет, я там не давали, никто не предлагал. Бабушки мои на этом заводе. Мне никто ничего не пропоновал, я сразу нафиг спляжу.